Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 23-я серия прохождения Total War Warhammer 2, собственно говоря, за высших эльфов и Теклиса. У нас сейчас с вами происходит ритуал странника, осталось 6 ходов, и, собственно говоря, осталось 2 армии хаоса, которые вторглись из-за этого ритуала. Вот эту армию я не боюсь, а вот это будет пострашнее, поэтому... А, у нас еще вот еще неизвестный скавинский клан вторгся в наши земли, но мы тоже его разобьем. Значится, знаки древних, Оиксил. Давайте мы подведем и перекроем вот эту дорогу, потому что они, скорее всего, наверное, эти сюда пойдут, а эти тут пойдут. Также у нас тут выдвигается Кириан с хорошей армией и, собственно говоря, сам Теклис. Еще вот этих вот надо будет разбить. Вот здесь серьезно. Вот здесь серьезно, но не так страшно. Так, ладно, что у нас? Так, а это у нас товарищи на следующий ход выдвинутся на имперцев. 5000 денег, рассветная крепость. Ладно, стоим пока здесь. Ну, давайте, почему бы, собственно говоря, и нет. Кстати, надо сейчас заняться вот этим. Оставить только хаос, а остальные, чтобы у меня не показывались. Не надо мне сейчас латерн, потому что латерн, во-первых, там гражданская война, во-вторых, он весь на другом только континенте, поэтому смысла мне от смотреть, что там у латерна, вообще нету. Поэтому я делаю вот так. Выкол. Выкол. Дальше. Последние защитники. Последних защитников можно посмотреть. Лорды. Вот героев отключить, а лордов можно посмотреть. Кофики мне не интересно, поэтому мы выключим. Евреса тоже. Хотя они как бы мне сейчас враги, но я не думаю. Вот этих вот можно посмотреть. Опять же, героев выключим. А лорды вот так. Так, колонии в новом свете. Их, в принципе, можно. Мы с ними воюем, куда они там ходят. Так, это мне не интересно. Это все выключается. Это то же самое. Так, эти тоже выключаем. Вообще, вот этим надо было заняться с самого начала, но в самом начале фракции было больше, чем сейчас. Там бы мы это долго тыкали. Небесный Ихарит, по-моему, который как раз у нас в люстре ходит, будет ряд гунгов. Почитай, это ладно, мы оставим. Пираты дальних морей мне не интересны. Рабы хаоса. Вот рабы хаоса мы на высокой скорости посмотрим. Все, да? Неизвестный скавинский клан тоже. Вот так. Местилище хаоса. Так, боевой отряд змей. Вот так. Все. Вот, теперь нам не должны показывать то, что мы не хотим видеть, а будут показывать то, что мы хотим видеть. Че у Тирин? Тирин, смотрю, это не лучники в армии. Тирин прям очень любит лучников. Прям вообще обожает их. В смысле? А, последний защитников, да, я смотрю. Потому что они могут через юг, через море начинать плыть. И это было бы беда. Заключен мир, колония в новом свете и Евреса. Так, вот товарищ дорогой. Он не высадился. Нет, высадился собака. Ну ладно, мы его, в принципе, там покосли. Поэтому у нас есть все шансы выдержать его осаду. Просто я думал, что ему не хватит очков передвижения, чтобы высадиться. Смотри-ка, имперцы тут на болотный городок пошли. Ну ничего, сейчас там у нас княгиня Рама. Она сейчас восстановится. Точнее, наймет
И мы их просто, этих имперцев, просто пошинкуем на салатик. Салат будет называться имперский. И драконами. Драконом мы будем кормить этим салатом драконов. Так, гунги. Ну, гунги это тут не у меня, оказывается. Можно было их и... Пам-пам-пам. Не включать. Так, вот. Куда они сейчас двинутся? Маршрут. Да, ага, они решили помочь Скавинскому клану. А эти по этой дороге. Они хотят меня разделить. Так. Ну, этот Скавинов мы сейчас чпокнем, как говорится. И это им ничего не дало. Фракс уничтожен Иллирион. Так, мой братец там вообще красавчик. Так, а мы с вами идем в крепость. И защищать ее будем всеми силами. У нее только вот сила-то в основном. Ладно, пускай атакует, ему тут удачи не... Опачки. Опачки, вот это сюрпризик. Так, ну что мы делаем? Мы... Идем сюда. Мы идем сюда. Здесь мы идем сюда. А здесь мы атакуем Скавинский клан. Подкрепление у меня здесь будет, да? И гарнизон, и армия, которая в городе сидит. Ну, мы ему говорим до свидания. Так, отлично. Фракс уничтожен. Укрепляем все города. Качаем тебе. Ну, давай вот так вот, чтоб ты у нас в ближнем бою тоже участвовал. Теклис, наверное, сейчас пойдет на этих. Этот вихрь тут. Давай на быстром марше. Минуя Квитокс. Они тут сейчас усилятся, укрепятся. Беда будет. Так, ты тут, вы тут. Ну все. Так, это рама. Пора имперцам показать, где, говорится, как раки зимуют. Вот, торгаемся в их земли. Когда-то наши. Все, так, это мне неинтересно. Постройки. Монолит павших богов. Ну, почему, собственно говоря, и нет. 5 ходов осталось до конца ритуала, предпоследнего. Что ты хочешь, братишка? Шалунишка. Вступить в... Ну да, поддержим, брат, собственно. А почему? Нет, я не буду. У нас с ним отношения хорошие, если он с нами не разорвет. Не хочу я воевать с Эвресса. У нас хоть с ним какая-никакая торговля, какие-никакие деньги идут от них. Хотя мне кажется, Эвресса долго не продержится. Все пока складывается в нашу пользу с братом. Вторжение хаоса мы, можно сказать, сейчас уже отбили. А тут у него с последними защитниками только что-то у него берег захватил. Так, Златлан, будет он город атаковать? Не, смотри-ка. Так, имперцы бегут, увидев нашу армию. Обкакались имперцы. Ну ничего. Мы их догоним. Хексатель они все равно не возьмут, это столичный регион. Там хороший гарнизон. Они могут, правда, по берегу так идти захватывать города, но мы будем за ними.
Здесь можно было отключить, я сейчас это сделаю. Я думал, что это на моей земле там. Рабы хаоса. Ну да, не совершать ту же ошибку, что искать. А, нет, смотри, на алтарь Феникс пошли. Опа! Так, они хотят объединиться. Это надо сейчас по ним... готовность службе маг. Давай ты сюда. Тебе вот этого мага. А, у тебя 20 из 20. Ладно, тоже догадаем сюда. Тогда не провалим. У вас идиотские задания, мадам. Yes. Так, здесь Теклис. Атакуем. Понятно. I will give you victory. My steps. Небесные вихри уничтожены. Сейчас нам надо будет заколонить Квитакс. Так, и здесь, так, сначала имперцев. Начнем с легкого. It shall be done. To battle. Rally to me, Yasu. Poef guides me. We are the guardians of order. Так, теперь. Ты не догоняешь, да? Собака. Guardian of the Phoenix Clan. У нас здесь уже три армии. Prince of Elfwood. Ready to march. До алтаря Феникса я не достаю, да? Your word. Но мы можем сделать. Да что ты не выбираешься-то? I will do my duty. Misguided. Вот your так. Decree? Attack! Нахуя ты с той-то стороны пошел? Хотя с двух сторон. Ой, ну, my понятно. Prowess is needed. An honor. Отлично. Defender перекрыли дорогу. А этот у нас защитит. By Hoeth. Guardian of the Phoenix вот этот город. Prime for action. Окей. Вот так. By the White Tower. Так, маг жизни. Это, по-моему, у нас максималка, да. Построить что-то можем. Кровавые болота. Давай. Почему, собственно говоря, и нет. Рама. Тебе защиту качнем полную. Все. Все. У Хаоса осталась одна армия, она уже ничего не сделает. Заколебешь, да? Каждый ход будешь просить. 10 тысяч. Вот это я уже согласен. Вот это уже можно повоевать. Хотя я не буду собираться воевать, я что, больной? Пускай сами там. А мы с братом, он первый по силе, я второй. Мы весь мир содержим, все. Против нас уже никто ничего не вякнет. Это победа. Так, это по берегу там у моего брата бегает. Ну, я думаю, брат его сейчас в морском...
бою победил. Нифига у него сколько хватило. Сесть на корабле, атаковать и вернуться. Ай-яй. Так, Златланд, что меня там не атакует, я не понимаю. Высадился и сидит. Смысл ему сидеть? В осаду тоже не взял. Он подкрепление ждет. Точно, надо его сейчас, значит, разбить будет. Потому что с хаосом мы разобрались. Этот уже ничего не сделает. Мы его сейчас тремя стеками так... Ух! Ух, мы ему сейчас сделаем больно. Она не получена. Это мы сейчас как раз и будем делать. Lord of the Phoenix Court. Marching out. Вот так. Оп. Ready to march. Moving off. I second this. До свидания, Хаос. Меня стеками только. Никто не выдержит. Какая бы крутая армия ни была, мясом задавим. Отлично, отлично. Фракция уничтожена. Гигантский клинок. Тролли-валерий с густой. Гордон у нас получает ачивочки. Тебя куда запихнуть-то? 19, вот сюда. Маг жизни. Так, и вот здесь что у нас стоялого? Чё стоим? Кого ждем? В бой? Обдристался. Арайя! Куда ты, дядя? Дядя! Сиди на попе смирно и больше вообще, чтобы я тебя здесь не видел. Звездный дракон, искатель врагов. Мадмуазель. А у тебя как магия все прокачано, да. Ну давай. Your request is impossible. Elf One triumphant. Защитили рассветную крепость. Здесь даже можно уже выдвинуться и высадиться сюда. Можно, но не хочу. Лень. Лень, она такая, она вообще лентяйка. Так, подожди. Мы теперь, товарищ Теклис, потому что скоро уже новый ритуал. Сюда. Вот этот товарищ у нас идет. Сюда. The Asher bid you welcome. Так. И это все у нас назад. Ты будешь здесь, а ты будешь здесь. Все. Так, чики-боль. Собственно говоря, почему бы и пятый ранг из него не сделать? Так, здесь у нас восстание, насрать на него. Так, это максималка. Все. Сейчас через три хода завершим предпоследний ритуал. И останется только финальный ритуал, как говорится. И вихрь защищен высшими эльфами. Высшие эльфы спасут этот мир от вторжения сил хаоса. Честь им. И хвала. Уже, кстати, в который раз эльфы спасают этот мир. Почему-то все это не ценят. Но и благодаря эльфам тысячелетия тут никто ничего не мог из хаоса сделать. Поэтому эльфам есть чем гордиться и есть чем зазнаваться. Они когда-то спасли этот мир. Почему бы им... Чё им не хвалиться-то? То некоторые... Вот, зазнавшиеся эльфы. Эльф свое дело сделали тысячелетия назад.
Они с демонами хаоса бились один на один, можно сказать. Их никто не поддерживал. Собственно говоря, вихрь-то и создали, чтобы больше хаос не смог вторгаться. Как не понимают глупые все остальные фракции, что если вихрь угаснет, то все, хаос тут же. Демоны попрут изо всех щелей, этот мир все, с видоса будет. Нет, вот все с этими эльфами воюют. Вот глупые, вот знаний нет и все. И все, и... Setting up garrison. I'm ready. Your will is done. Your decree. Entering the garrison. Orders. Entering the garrison. Так, Уалаталь. А здесь что-нибудь интересненькое можем построить? Да нет. Все то же самое. Ну, вот так вот можем. Обряды мне пока не надо. Сейчас быстренько надо ритуал завершить. И там у нас уже накопилось на новый ритуал. Но это, наверное, надо до столицы довести. Потому что опять столица. Хотя у нас там гарнизон неплохой. Но просто армия вторжения опять будет. Она осадит столицу. У меня типа банкротство. Потому что все деньги у меня через столицу торговля. Основной поток это у нас торговля. Что-то Латерн долго ходит. Ну правильно, у нее там полмира. А! Пока всеми походишь, с ума сойдешь. Так, что-то я не вижу, там в море еще у кого-то корабли были. Ничего-то я их не показывает мне. Тут вообще месиво. Тут кого только нет. И гномы, и паладины, и ящеры, и эльфы целых два вида. Даже три вида. И какие-то он... Так, ой, я совсем забыл про них. Сейчас добьем. Ой, тем более он от гарнизона ушел. Он в Пуакс пошел. Ну вот мы там и перехватим. Дурачишки вы, импершки. Че мне экран мигает? Не нравится, никогда такого раньше не было. Видимо, уже... Какой ход-то у нас там? Че, смотрим. Кто какой-то? Че экран мигает? Действительно, бесит меня это. Не всегда. Так, а милость Феникса. За влияние выбрать коридор для всадников, защиту ближнего для пехоты, силы травмагии. Мы сейчас ни с кем не воюем, поэтому никого не выбирать. Заодно влияние нам дадут. Так, вот здесь у нас товарищ хочет в Пуакс. А мы хоп, и уже в Пуаксе. Атакуй, дружочек, пирожочек. Так, здесь у нас чего? Здесь у нас... Здесь надо поменять. Здесь надо поменять. Ему много чего надо поменять, поэтому... Мы вот сюда. Так, что я ему хочу поменять? Мы, во-первых, уберем тяжелых копейщиков. И наймем... В смысле? А, ну да. Стражи Белой Башни. Дальше. Дальше. Раз, два, три, четыре. Вот этих лучников мы распустим. Возьмем вот этих. Так, Феникс, артиллерия, кавалерия. Эти два. Эти разные два. Этого мы нанимаем новый. Ну все, в принципе. Никакой дракон, не звездный. Все правильно.
Так, ты у нас сюда идешь. Вот так вот. Раз, два, все. И последний ход ритуала как раз. Guardian. На берегу мы тоже укрепились. Теперь хрен нам кто что сделает. Конечно, не знаю, какая будет армия вторжению последнего ритуала. Но у этого ритуала она была... Если бы они совместно сидействовали. Ну, я тут на берегу, у меня три армии, там две. Ну, армии Теклиса как за две армии считается. Можно сказать, три армии у меня. Там и три армии у меня здесь. Еще Рама на севере. Но Рам сейчас очень далеко. И она навряд ли поможет нам следующим ритуалом. А там еще, говорят, финальная битва будет. Ай-яй-яй. Там только Теклис участвует. Поэтому надо будет ему самое лучшее набрать перед финальной битвой. Там драконов штуки 3-4. Стражи Белой Башни штуки 4. Мастерами Чеха эту двойку хватит. Стражи Феникса. Кавалерия. Что-то я уже много насчитал. Три дракона. Три кавалерии. Это 6. 4 это 10. Еще 4. 4, ну, надо брать нормально. Че будешь делать-то? То есть ты такой смелый, да? То есть ты меня не боишься? Меня, победивший отряд... Не отряд, а... Клан Пестилинс и Маздамунди, да? То есть ты думаешь, ты мне что-то сделаешь сейчас, да? Да я себя сейчас просто... Чихну и... Что такое? Гунги. Гунги. Тряд змея. Вот это... Опачки. Ну, там у нас гарнизон, он, в принципе, должен справиться. Бел-Шана, the explorer. As he used the stars to navigate the world, their light shone upon the king's lost vessel. There, Gallifreyus! I see it! The fourth shard of the Star Crown was found within. Thanks to the Phoenix Kings, the Star Crown is near complete. But there is one who is yet to be evoked. The first, the greatest, the Doomed. Первого короля Феникса осталось вызвать ритуалом защитника. Если не в осаде, это мы сейчас должны отбиться. Ну да. I will lead the и вампиры тут восстали. Смотри, письки полосатые. Так, ритуал странника завершен. Хорошо. Имперцев бьем. Хорошо. Для меня вообще ничего не представляло. Я уже победил. Я просто вот время надо все-таки до конца добить. Просто тупо мы сейчас тянем время за яйки. Так, 36 уровень. Давай, красавица, что у тебя тут? Ну вот, сердце пламени. Доспехи для всех, ай-яй. И затмить солнце. Затмить солнце. Плюс 20% навык перезарядки. Сам отряд и влияет еще на союзников. На всех. Отлично. Все лучники у нас просто. Хера себе, а че это так? Серьезно? Это мне не нравится. Почему-то. А че так дорого-то? Что-то надо где-то, значит... А, я знаю где. Рама нам больше такой армии не нужна. Здесь вторжения-то не будет. То есть мы так вот берем. Оп, 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 оп. Оп, оп.
О, и у нас плюсик. Какой-никакой, но плюсик. Так, что бы построить где на экономику тогда? Опа, вот вижу. Вот вижу. Этот содержит. А хотя. Не-не-не, надо именно на доход. Вот вижу. Где еще что? Так, вот здесь на доход ничего не построено. Надо вот так протыкивать. О, здесь построено все. Здесь максималка. Вот. Видите? Как полезно проверять. Здесь построено. Здесь все построено. Вот здесь не построено. Сейчас поднимем доход. Собственно, у меня городов теперь дохерища. Так, это мы раз, два. Конец хора. Все, последний ритуал. Дамы и господа. Леди и джентльмены. 23 серии мы к нему шли. 23 часа, можно сказать, потрачено. Но это еще не конец игры, только последний ритуал, а потом еще финальная битва. За сам водоворот. Точнее, за вихрь. Мы, наверное, не успеем за эту серию. Аж хрен знает, что сейчас, какое будет вторжение. Но опять, наверное, Скавенский клан и Хаос пополам. Там, может быть, уже будет не два, а по три. Три таких, итого шесть. Блин, шесть — это уже серьезный аргумент. В пользу Хаоса. Нихера он тут разбивает моего брата, смотри-ка. Ну, пускай. Пока он занят войной с моим братом, мы спокойно тут все свои дела делаем. Они на наш континент не вторгаются, мы к ним тоже в гости не идем, потому что это надо продумывать операцию, кто, какие армии, куда, где высадки, где захват городов, где оборона. Нафиг мне это надо, у меня своя цель. У Теглиса цель своя — сохранить вихрь, ему все остальное по барабану, если честно. Это у брата у меня там цели: мировое господство, подчинить всех эльфов, уничтожить всех врагов, захватить все земли. Вот пускай он этим и занимается. А у нас цель глобальная — противостоять Хаосу и его слугам. Опять ты, Мартин фон Жерден. Чуй. It was the comet's wake that weakened the vortex. Surely a cruel trick by the gods. It's not like mortal creatures could move a comet. Супероружие Скавенов? Да, смотри-ка. К чему этот ролик? Так, ритуал странника завершен. Честный порядок, плюс 4 все провинции. Ритуал соперника сорван. Последний в осаде. Технология исследована, конные трубачи. Ритуал защитника завершить. Вот и с восстанием покончили. Так, ритуал защитника. Терлипумс, терлипумс. Как я могу помочь? Давай сюда. Я тебя у Ваидора поставлю, чтобы ты сразу отбил. Теклис у нас перенанялся. Идет сюда. То есть я опять должен буду, да? Ой, Эксил. Че поет? Ну ладно, у нас тут, в принципе, все нормально. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Технологию. Ну давай торговлю поднимем, потому что у меня доход что-то прям вообще. Нет, на следующий ход. Чтобы у меня столицу сразу не осадили и не было банкротства. Если банкротства там не будет, просто нас все армии понесут. Потери из-за того, что в казне нету денег. Якобы.
Летний ритуал, а? Я забыл опять посмотреть, какой у нас ход. Ход в игре какой пройден. Да. А помните, вначале начинали? У нас был всего один островок. Тетлис-то высадил. Всего один островок и один город. Потом мы взяли один, второй, целых три города. Потом пошло-поехало. Потом у нас союзник, помните, на юге был, которого уничтожили крысы. Потом мы крысам мстили, пустыню завоевали раз, потом мы ее потеряли, потом отвоевали два. Потом с юга наступали, потом оборонялись, потом Теклис нас пошел по северу. Не по северу, а по берегу другому. Ой, что было. И вот какими мы стали. Осталось только помочь вихрю сдержать. Провести последний ритуал. Помните, как первый раз увидели этих ящеров, бастиладонов, стегадонов, боялись, орали. А потом уже прям пехоту на них посылали, обычные копейщики сдерживали этих всех гигантов. Так, шептуны. Королевский советник, шанс это мне не интересно. Доход от всех построек, давай. То есть что-то у меня беда прям вообще с денежками, деньжатками-то. Lord of the Phoenix Court. Так, чтобы он в осаду не взял, встаем около города. Аж если мы будем в самом городе, он все равно его в осаду возьмет. Все. Я готов, господа. Последний ритуал защитника. 183-й ход в игре. Итак, нам предстоит призвать самого первого короля Феникса, того, кто взял клинок душегуба из святилища Кейна, нашего величайшего воителя и величайшее проклятие. Ваиксил, Чупайот, Львоидор. Начать ритуал. Ритуал начался. Последний. О, лорд. Даже если лучшие из лучших будут действовать. Однако не теряйте бдительности и держите наготове свои оборонительные войска. Из-за ослабления вихря силы хаоса могут проникнуть в этот мир, и их, безусловно, привлечет мощь ритуала. Шесть скавинских стеков. Шесть армий крыс. Ёпсель-келебоксель, бомбардиры смертных шаров. Against council orders! Ну ладно. Вообще не видно. No! Blame you, you! Инфектерий. 30 мертвецов на сундук мертвеца. Вот это да. 6 стеков. Если не разделятся, это будет прекрасно. 6. Мать его, в душ. Ну, мне 20 ходов дали. 6 стеков. Prince of Elfland. Какие города мы должны содержать такой? Эксиль, Чупайотль и Ваидор. Шесть. Су, как вот они пойдут? Давайте-ка мы сразу тогда Теклиса. Нет, Уалаталь это самый лучший город для обороны, потому что здесь пятый уровень и стены. И сам он очень хорошо развит. В плане гарнизона. Поэтому я хотел в пище. Я хотел вообще выйти их встречать, но надо дождаться, когда они. Ладно, посмотрим. Опыт, опыт, сила, влияние, стоимость, общественный порядок, стоимость найма, доспехи. Ага, на 10 ходов. Давайте попозже мы все-таки ритуал сделаем. Так, здесь на доход. Ох. Да, нам надо доход сейчас поднимать. В первую очередь. Принц, your bidding. Да сдержим часть, дюжим. Это же обычные крысы. Это не хаос в тяжелых бронированных доспехах с великанами. Это обычные крысы. Ну да, у них там есть элитки всякие, стреляющие. Ну что теперь? Мы, крыс, не боимся, конечно. Все, начали ритуал. Если они сейчас разделят... Мне кажется, сейчас три пойдет на тот берег, а третий туда. Они так разделяются все время.
Плывем туда, плывем сюда. А у столицы у меня почему не появился? То есть, если сейчас у столицы ничего не появится, у меня еще армия тогда освобождается. В Чикиболь, наверное, я ее. Чтоб сразу перекрыть две дороги. Я не вижу еще, как они пойдут, поэтому... Все зависит от того, каким маршрутом пойдут наши враги. Враги у нас будет здоров. 6 стеков, обалдеть. Чем я так смотрю, нехилых там. Необычные крысы с копьями. Всякие бегущие в ночи по стокам и шарометатели. Хотел сказать шароебы, но не актуальна уже шутка. Златлан тоже мне пока ничего не делает. Так, пошел скавинский клан. В смысле мне не по... Я же делал скавинский клан, алло. Да, они только разделились очень странно. Два сюда, три, а где еще один? Раз, два, три, раз, два. Он, видимо, подземными тропами пошел. Ну, понятно, эти сейчас монументы Цамали возьмут потом. Или... Ну, ладно, мы пускай берут города. Так, столицу у нас никто ничего не делает, поэтому у нас освобождается вот эта армия. Мы от обороны, я ни в коем случае сам на них нападать не буду. Пускай идут. Чем дольше они идут к нам, тем они тратят свои войска на гарнизоны, тем меньше их дойдет до... в итоге. Так, этот мне не интересен. А, нет, этот мне интересен. Неинтересен, давай вот так. Сам я говорю, я не пойду. Нет. Доход дает, дает. Так. Князь, это кто? Это здесь. Князь. Вот так. Так, и Пандриалис мне не интересен. Зачем нам здесь такая армия? Ладно, пускай будет. Технология. Скоростными потерь. Вот это тоже можно изучить. Это сейчас актуально. Такси, ты рель, маг жизни. Тоже максималка. Все, конец хода. Пускай берут города. Главное, мы их... Главное, ключевые города сохранить, да? Да. Они сейчас растянутся. Опасно сейчас у них идти. Они сейчас кучкой все равно. Латер, как долго ходит? Алло. Ходи давай уже быстрее. У нас тут очень важный момент. Так, а почему нету хаоса? Почему только скавинский клан пришел? Почему нету хаоса? Потому что я вроде армию собирался надраться с тяжелыми бронированными хаоситами. А некоторые юниты против крыс-то не зайдут. Они у меня против крупных целей. Блять, вот только я увел армию. Вот это как на... Вот... Стояла у меня около Ваидора армия, чтобы Ваидор в осаду не взяли. Стоило... Вот искусственно все говорят, тупой. Иногда хитрее любых людей.
Он дождался, когда я уведу, убедившись в безопасности столицу, армию, и, сука, призвал. Вот это как? Это хитрость искусственного интеллекта. Да, он тупой в битвах, но иногда он... Вот такие вот подляночки устроил. У меня сейчас минус по казне будет. Так, Тлакс, ладно. Хрен с тобой. Бери, 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 бери. Трать, трать свои войска. Ты же восстанавливаться не можешь. Разделяй свои армии, да. Давай дальше, смотри. Ой, как хорошо. Вот здесь он парочкой действует. Твою мать, да, у меня бешеный минус. Фракция уничтожена, казна пуста. Вот это как называется? Это называется издевательство над человеком. Я его, конечно, этот ход не... Все, у меня все армии понесли чуть-чуть немножко потери, потому что, типа, была пустая казна, и обосраться. Вот так не делают разработчики. Хотя бы должен один ход пройти с пустой казной, тогда да. А хода-то еще не прошло. Я вроде восстановился, но сейчас опять у меня в осаду возьмет. Ладно, проводим этот ритуал. Так, смерть физическому урону, наносит магическому большое удовольствие, чтобы собственно против группы отрядов. Давай, крысюки, они славят своей численностью. Так, я, пожалуй... Все-таки я, наверное, сюда переброшу. Они сейчас возьмут вот этот. Потом они как пойдут. Либо они через пещеру Млексигуру пойдут, либо с толпы невидимых созвездий. Сейчас увидим. Сейчас увидим. А время-то прошло, уж скоро серию надо завершать. Ну, в следующей серии тогда мы их добьем. И следующая серия тогда будет финальная, получается. Финальная по ритуалам. Что там битва какая-то? Я пока про нее ничего не знаю. Но мне уже сказали, что финальную битву на Теклис самые лучшие войска. Потому что участвовать может только Теклис. И говорят, что она сложная. Вот еще бы Латерн воевал со всеми этими. Им бы пришлось еще сейчас тратить войска на моего брата города. Но он почему-то даже никогда я его прошу, он не поддерживает. Хотя отношения их с ними очень мило. Да? А, смотри, да? У меня сейчас опять все войска во фракции понесут урон. Типа пустая казна. Вот это вот недочет разработчикам. Я согласен, что при пустой казне у тебя должны быть дезертиры в армию ходить, типа деньги не платить. Но хотя бы должен один ход пройти с пустой казной. А это получается тут же. Я эту сейчас осаду сниму, естественно, вообще без проблем на изичах. Так, инфектерий. Понятно. Сейчас зато мы у них все увидим. Вот это опасно. Вот опасно, Тродиадская яма. Колесо погибели. У них... серьезно, у них армия-то. Вообще бесполезно что-либо было делать. Два. Так, вот отделился. А, нет, опять соединились. Эти парочки ходят, смотри. Еще третий тут. Вот эти уже действуют умнее хаоситов. Кучкой так и продвигаются. Кучкой. Да выберись ты. I second this. A strong leader is needed. My strength is rewarded. Loyal prince. Так. Ready to move. Быстро назад. Сильно потрепали.
Почти половина армии ушло просто вот из низи. Ну ладно, пускай эти идут. Тут чего у нас? Опять они идут этой дорогой. Значит, действуем опять так же. Знаки древних. Идем в оборонительный рубеж. Так, где что можем построить? На доход. Доход дает? Да. Значит, строим. Все, конец хода. Это, кстати, может со спины неплохо так зайти. Да нахера ты вылез, ты? Ах, блядь, бесит меня это. Разделение. Так, технология. Единство местной знать. Стоимость строительства, срок строительства. Боеприпасы. Давай, боеприпасы. Кориан князь. Ага. Коня и вот так. И тебе надо больше в армию. Ты как... просто переносишь хороших юнитов. Ладно. Ну давай, боги, благоволите мне, судьба, раздели вражеские отряды. Где у них еще один клан? Их было 6, я вижу только 5. 2 там и 3 там. Где еще один? Он же не может подряд каждый ход по подземным тропам идти. Видеть я их должен все, ведь они на территории моего союзника, брата. Если бы они были на другой какой-нибудь нейтральной там или на своей, то да, туман войны я бы не видел. Я не понимаю, где у них шестая армия. Я вижу только 5. 2 идут к одному берегу, 3 идут к Теклису. Она себе интересно ведь вылезет около столицы подземных троп. Это будет, конечно, нежданчик. Ой, сейчас опять их пролеснет. Фу. Так вот же стоит. Средняя. Известный скайвенский клан. Ну. Почему мне их не показывает? В прошлый раз. Самый первый. Так, понятно, пещеры берут. Угу. Не дошли они тут друг до друга. Так, а здесь? Здесь вместе ходят. Да. Ага, вот тут третий пошел по берегу. Ясно, понятно. Верники сероборода. Так. Так. А Теклис у меня до них не дойдет сейчас атаковать-то, да? Да. Идешь сюда. Тут. Ну, нам, в принципе, алтарь фени... Нет, круче знаки древних. Знаки древних есть стены. Значит, оборона организована у знаков древ. Пускай берут алтарь феникс. Здесь, да, ритуальных ресурс, но они нам уже не нужны. Все, стоим здесь. Не дадим им пройти дальше знаков древних. Не дадим, ребятки. У нас 3, их 2, справимся.
Здесь. Ready to serve. Duty calls. Этот, наверное, сюда пойдет, а это сюда. И здесь их Теклис. Мы даже, наверное, выдвинем его поближе, чтобы, если что, двумя армиями зажать. Два против двух. Трачные ресурсы мрамор. Ой, да. Это мне сейчас все до лампочки. Но это все у нас с вами, ребятки, будет в следующей серии. А на сегодня, собственно говоря, все. Всем спасибо за просмотры, всем спасибо за комментарии. Всем удачи, всем пока.